вы осмысливаете все то, что с вами случилось после осуждения, после того, как вы попали в эту зону? Ну, скажем так, моя позиция в отношении моих политических взглядов, безусловно, не изменилась. Более того, находясь здесь в заключении, она укрепилась. Потому что то беззаконие и отсутствие прав наших граждан, излишняя централизация власти в одних руках, огромная, вот это здесь вот на низовом уровне, здесь в зоне это повсеместно наблюдается. Вот, и поэтому я, скажем так, политически мои убеждения не изменились, а наоборот укрепились. Это первая часть. Что касается того, что я здесь нахожусь, какие проблемы, и я еще хотел бы здесь акцентировать внимание общественности, что наша исправительная система находится под контролем спецслужб. То есть здесь регулярно появляются представители Комитета национальной безопасности, их мы знаем лицо, приходят под видом работников Министерства юстиции, представляется, что они решают какие-то кадровые вопросы, на самом деле встречаются с начальниками отрядов, с осужденными и пытаются узнать какие-то сведения и получить обо мне. Как вы относитесь к приговору, вот этот изуверский метод, который вы избрали в отношении вас и Галанджана? Ну, к приговору, конечно, я отношусь, не могу сказать, что резко негативно, потому что там просто бессмысленные обвинения, ни на чем не основаны, это юристы, в принципе, легко доказали. И сейчас мы будем подавать надзорную жалобу, но мы понимаем, что во всем этом политический подоплек, мы понимаем, что бессмысленно, но мы хотим всему миру показать, насколько наша судебная система прогнила и насколько она зависимая. В этом смысле, конечно, отношение однозначное, резко отрицательное, что фактически идет расправа над своими политическими оппонентами. Весь мир цивилизованный в этом смысле спокойно дискутирует на уровне партий, движений и так далее. Вот. У нас, к сожалению, этого пока нет. Но я надеюсь, все-таки это будет. Условия содержания, нет ли дополнительного давления на вас как политического заключенного? Ну, условия содержания, я не могу сказать, что они хорошие. Они у нас везде, во всех наших зонах плохие. Я не могу сказать, что на меня, как на политического заключенного, оказывается специальное давление. Но то, что был ряд провокаций, они известны. Были ряд провокаций, и они были направлены на то, чтобы создать напряжение между другими осужденными и мной. Это было такое. И опять хожу, что это провокация, организованная спецслужбами. Здесь, кстати говоря, все осужденные видели, была установлена большая спутниковая антенна на здании этого, на крыше. Вокруг тоже были видеокамеры, начали устанавливать, земли рыть. И вот, зная, что приезжают депутаты, все это мгновенно убрали. Мне просто спрашивали, может быть, вы в другую зону перейдете. Любая другая зона, она находится под контролем властей. И это может только усилиться, меньше не станет. И вот такого рода так называемые листовки представители администрации разбрасывали среди общежитий для других осужденных, чтобы сформировать негативное их отношение ко мне. Это есть. Более того, спецпрокурор, который должен следить за законностью, он наоборот убеждает осужденных, чтобы они ко мне, скажем, относились не так хорошо. Они даже задавали вопрос, может быть, нам его убить, вы это предлагаете? Он говорит, нет, не надо. Но нельзя так совсем к нему хорошо относиться. Ну, я думаю, что чем больше мы, правозащитные организации, освещать ситуацию с нашими зонами, условия проживания, как здесь защищаются права или нарушаются права, тем больше власть будет, здесь будет больше порядка, соответственно, надеюсь, это будет во всей стране повсеместно распространяться. Вот только так, наверное. По большому счету, среди политиков нет сомнений о том, что вы по политическим мотивам находитесь здесь. Вот в какой степени даже должны свое действие или взаимоотношения с властью делать нынешняя оппозиция казахстанская? Ну, видите как, конечно, если власть готова идти на конструктивное сотрудничество, то это конструктивное сотрудничество надо идти. Сейчас подписано распоряжение Назарбаева о том, что будет создана комиссия, которая будет вырабатывать различные предложения. Некий совет. Да, некий совет. Я, честно говоря, отношусь к этому скептически. Я считаю, что это попытка создания очередной декорации. То есть у нас регулярные декорации. Декоративный парламент, декоративное правительство, декоративная независимость. Потому что все вершит у нас один человек. И когда говорят, что давайте будем сотрудничать, и в этих условиях идут репрессии активные, в частности, провокация против Сергея Дуванова, и в том числе и идут процессы давления на нас,
и это повсеместно на всех идет оппозицию. В этих условиях о каких может быть идти формах доверия и тому подобное? И я не верю. Если был бы президент искренним и отвечал бы за судьбы любого, в том числе и за вашу судьбу, встреча с ним до суда, диалог с ним до суда мог бы разгрузить проблему? Ну, дело в том, что диалог до суда у меня был, у меня даже число, помню, 23 января было, где, значит, он меня предупреждал, что если я не откажусь от своих убеждений, от членства Демвыборы Казахстана, то против меня будет открыты уголовные дела, и что меня посадят и отберут бизнес. До этого, мне в течение нескольких лет меня донимал его зять, требуя отдать долю в бизнесе, ссылаясь на Назарбаева. И вот на этой последней встрече мы обсуждали многие вопросы, в частности, вопрос выборности Акимов, который очень болезненно был воспринят властью, и было президентом сказано, что теперь выборы Акимов будут идти через областные маслихаты. Через маслихаты. То есть не прямые назначения указывает президент. Но, к сожалению, он это, то, что говорил, не выполнил. Более того, он сказал, что судьба твоя и Галымжана Жакияна под моим личным контролем будет. Ну, я вижу, что действительно под личным контролем.